И были люди, которые сочли этот ролик грязным монтажом. Они посчитали, что это ложь, что это фальсификация. И Сергей Чумаков, Сергей Сергеевич Чумаков, когда услышал об этом, когда узнал об этом, сказал: нет, ребята, не нужны мне видеозаписи, я готов сегодня, здесь, на этой сцене, показать вам, что я могу сам, без каких-либо нарезок и без какого-либо монтажа, отжаться. В честь дня рождения фитнес-клуба «Зебра» 24 раза. Сергей Сергеевич, я приглашаю вас на эту сцену. Тем более, что вы уже облачились в фирменный мерч фитнес-клуба «Зебра». Логотип прямо у сердца. Вы готовы увидеть это? Это произойдет прямо сейчас на ваших глазах. Клубу «Зебра» 24 года. 24. Спасибо вам огромное, спасибо, что подарили нам этот заряд музыкального настроения. Продолжается движ на сцене, я приглашаю полюбившихся вам девчонок, спортивных, классных.